Доброе утро! Сегодня какой день? День мам! 8 марта, день женщин. Класс, посмотрите, как у меня. Посмотрите, как у меня началось утро. Ведь цветы сегодня должны стоять в кастрюлях, а не борщ, да? Вот у меня теперь в кастрюле стоят тюльпаны. Что папа подарил? Да. А это мои цветы. Подарил папа, это Антоша выбирал. А это Гриша. Вот такие вот Антоха выбрал. Не поднимай. А вот это Гришин букетик. Это а еще яркий. Яркий, мама, да. Попробую. Попробуй. Мы тут завтракаем. Пока мы тут сидели, Антохины тюльпаны уже начали раскрываться. Это хорошо уже. Это значит, они не раскрываются. Ну это же с папиного букета, да, чтобы просто было четное количество. Или какое? Нечетное, наоборот, да. И вот они. Желтые тюльпаны. Да, это мой любимый цвет цветов. Желтый. Желтые тюльпаны. Вот красиво, вот это я называю искусство. А вот тут здесь был Вася. Ну да, это ж не на листе бумаги, это сначала надо все размеры снять. Так, это мы в этот раз едем в парк Галицкого, но через Уральскую. На мост вот поднялись, теперь спустились. Сейчас будет. Мы, да, на улице Школьной. Вон он, парк Галицкий. Да, вон он уже впереди парк. Ну, то хорошо, лучше. И бабушку с собой папа взяли. Подождите, пусть мальчик. Антон, а вот уже парк. Это Антон, я будите его. Или просто это. Да, тут и женский футбол, да? Давай. Теперь мы идем в туалет. Нет, ну вообще мы думали, что здесь один туалет, но здесь вот еще один, где как раз вот этот вот Колизей. И здесь тоже есть женский туалет. Оп, как тебе? Красота? Красота. Сынок, посмотри на маму. Папа, я побегаю. Что ты хочешь? Я обнял папуля. Сейчас я тебя сфотографирую. Ты проиграл. Афоня, я тебя сейчас побежду. Афоня вас сделал. Давай со мной. Давайте. Давай. Два. Да подожди. Раз, два, три. А, нет. Раз, два, три. Каша-малаша. Я тебя режу. Это каша-малаша. А почему? А ты упал. Ну и что? Это каша-малаша. Удобно, да? Ну, значит, значит, он выиграл. Давай с тобой, Афоня. Давай. Су-е-фа. А, я вот там был. Так, это что, уже кафе? Кафе Краснодар, да? А, вы еще не обедали? А там, наверное, все заняты с места, да? Или нет? Кафе Краснодар. Шашлыком пахнет. Да. Иди. Иди ножками. Что тут за крабик? Крабик. Ой, потих, во. Это что?
только теперь забираешься. Только... Папа, лови его. Надо, папа, лови его. Быстрее, гораздо быстрее. Каждый день. И еще тяжелее так забираться. Без рук забирайте. Кто первый косил порог, тот забирался. Старт. Афоня побежал. Афоня побежал. Марш. Без рук. Вся. Риша Фрейера. А это видишь как? Видно, кто тренируется, а кто танцует. Я тренируюсь! А кто тренируется, а кто танцует, да? Встал. Колбаска. Встал спокойно. И бабушка. Папа, а вон детские гулял. Развлечения. Ну, сейчас мы же так гуляем. Сегодня у кого праздник? У вас? Ну, как будто бы и у них, да? Нет. И бабушек. Так, мы сейчас до быка пришли. Надо отпить. Не надо. Нет. Да, ты видала, Афоня? Афоня. Афоня, зачем? Не надо. И что, думаю? Ну, это ты сильно перекручиваешь. А тут воды дай... слишком много. Нет. Да, отпить. И папа в теме. Не, папа не в теме. Тут надо и угол, и здесь же сейчас еще и ветер-то. Да, уже здесь бутончики. Покажи. Это тебе. Спасибо. Не надо. Хватит. Пускай. Выкини это. Два только на похороны дали. На. Нам сюда нельзя, да? Тут что-то интересное. Бежим сюда. Ой, тут все уже зеленое, тут красиво. Тут лаврушка, да. Кажется, понятно, для чего это было сделано. Ну, я же так и думаю. А, чтобы велосипеды пристегивать? Ну да. Баскетбол. Нет, вот здесь, вот, бери. А, Гриша ж сказал, он сейчас быстро залезет, да? Ну как, Антох? Так ты залезь сначала. Папа-то не поднимается. Папаны комментарии, как всегда. Ну давай, кто первый до верху? Коснется верхней точки. Так. Афоня, ты куда будешь лезть? Ну как это нет? А как вы хотели по горам лазить? Вы там думаете перила с ручками были?
Давай, открывай, да? Все, один минус. Подожди, Наша, расходи. Ну что, Гриш? А что, и ты сдался? Гриша, давай, до верхней точки, до крыши. Она крутится. Ага. Не, ну все, уже налез, хорошо. Только она вообще... А, ты там? Давай, держись. Я все-таки забрался. Мы видели. Молодец, подумал. Это ж там просто думать надо, Гриш. Правда? Не просто. Уже не держусь, пап. Народу. А что такое скин? Давай, ты не смей. Ну ты кто здесь, я же говорю. Нет, ну тоже не чисто. Так, тут еще больше людей. Тут и воды, а тут и воды, да? Да. Ой-ой-ой, ты мочишься, куртку мочишь. Все вышли на прогулку. Все уже со школ приходили. Со школ? Сегодня же выходной же, сынок. Проходили все равно. Да, да. А там еще экскаватор работает, да? Этот... Тут да, куча ну, всего. Я брат. Понимаю теперь, почему Гришка. Так, идем в голый повар. Так, что-то тут в студии мебели. Афон, тебе что дали за листик? Для девочек еще надо. Для девочек надо, да? Да. Все, идем. Быстро, быстро, быстро. Переходим. Идем в голый повар. Бабушка сейчас будет бургеры пробовать. Да, Башка? Подожди, тут мальчик. Все, заходим. Голый повар. Пошли. Наконец-то мы пришли. Ты долго шел, да, Афонь? Да. Все? Да, красота? Да, да. Все довольны? Да? Мама, что попить заходим? Я не знаю, ты что хочешь? Пепси. Это нам чай мандариновый будем пробовать. Две бабушки. И бабушки, да. Мандариновый. Молодца. Да? Такие. Ну я вообще мандариновый заказывала. Я не знаю. А детям мохито, Антоша клубничный. Мама, лед есть. Есть лед? Да, но кислый. Очень кислый. А вот лотов мне не нравится. Мне всегда клубничный. Что это, сынок, ледик? Да, ледик. Я заказала креветки со шпинатом, а бабушка салат с адыгейским сыром. Да? Какая здоровская досточка, да, но мне тут от окна плохо видно. Вон этот светильник с лампочкой. Давай, давай, ты это не любишь? Голый повар. Мама, я знаю.
Ну как тебе соус? Это соус. А это суп ты себе сварил? Ждем папу. Папа пошел за машиной, и теперь тут дети пока играют с этими сковородками маленькими. Да. Так, мы сейчас с бабушкой облепиховый чай в таком супер клевом, таком как чугунном, да? Тяжеленький он такой прям. Дайте мне посмотреть. Кого? Мам, я хочу воды. А дети просто воды, но зато они мечтали о таких бокалах. Тут за соседним столиком были такие бокалы поставлены. Мам, я буду сахар. Сахар будешь есть? Сейчас будем пробовать десерт, который у нас бесплатный по приложению. Это чизкейк. Кусать. Давай пробовать, сынок. Это чизкейк. Кусать. Афонечка. Не кусать, а кушать. Антош, вот вилочку бери. Иди сюда. Кусать. Все, мы прекрасно поужинали, да? Это был ужин? И сейчас ждем Сержуню, он нас заберет. Пошел он за машиной, чтобы нам опять всем не идти в парк до Галицкого. Вода. А, да, уточки там есть. Андрюша, уйди оттуда. Что ты? Уже и цветы посадили. Ага. Это чудо, я тебе и говорю. Про что, про гиацинт? Какой-то. А, это ты подарил? Да. А, это гиацинт. Уже их и посадили. Да, сразу же. Все, мы уже дома. Я пью шампанское. Папа пошел топить котел. Теперь будем отдыхать от отдыха. Благо, 3 дня. Выходных. Да, я бургер. Бургер доедаешь, да? Угу. Все, что мы не доели, забрали с собой с головоповаром. А то у нас ничего нету. Ничего? Да, а вообще нет. Мама сегодня ничего не готовила. Потому что мы рано за цветами выехали. Вон мои уже. Запустили. Уже скоро буду взлетать. Папины будут, конечно, слетать? Да. В общем, у нас сегодня просмотр фильмов. Сначала мы посмотрели, как называется, что родилась звездой или как-то так. В общем, такой 50 на 50. Вот сейчас смотрим «Я худею». Намного веселее.